Так, ну что, ребята, давайте, знаете, что сделаем? Катка у нас сейчас. Катка. АПММ. Mirror Match. У нас герои будут одинаковые. Ждем. 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 Пикайте. И после пика дропнет героев. Во. Все. Вот так и дропнуло. Омника дропнуло, да? Хорош. Короче, Mirror Match АП. У нас, смотрите, по пику получается Магнус Мартретка. Магнус Мартретка. Есть панда. Есть Мартретка. Есть Мартретка, панда. Террор Блейд. Это очень-очень люто. Нормально. Да, все, пойдет. ГМ. Я центр пойду. Погнали. Герои дропнулись. Mirror Match, ребятки, напоминаю, у нас одинаковые герои. Сейчас сыграем норм катку. Стики. Два бары, да, в катке будет у нас тут. Есть. Air Spirit свапнись. На Магнусе-то ты точно, наверное, не сыграешь. Так, хорошо. Есть. Желаю успехов. Спасибо, брат. Спасибо. Mirror Match. Чё ты не свапаешься? Странно, что типа сдропало так. Ну, на Маг... Не знаю, я хотел на Магнусе сыграть. Парень не умеет на панде. Пиши. Короче, свап. Придется на панде играть. На Калине. Придется свапнуть. На Калине поиграем. Что будет, когда оба бара друг на друга побегут? У кого награда баш, тот и выиграет. Погнали. Ты играл уже, Ксусан, поэтому сегодня был паты. Классно отдохнул. Паты. Все. Во. You see my little patch, говорит. Погнали. В общем, на панде придется сыграть. На Каолине поиграем. Отталкивать будет, да? А, я забрал. Сюда. Интересно, я могу его камни брать? Каолина камни брать. Второго Каолина. Наверное, мы сможем друг друга камни кидать. Это будет бредятина. Это будет бредятина, конечно, но... Это, конечно, бред. Это, конечно, бред. Пью за здоровье. Много не пей, это не будет у самого здоровья-то. Панда против панды. Это как one by one, SF против SF. Вы знаете? SF против SF. Ух ты. Скорее всего, мне кажется, я его камни тоже смогу юзать. Парни. Эх, ближнего не добил, дальнего добил. Что мне подсказывает, что его камни я юзать могу. Надо бы сейчас проверить. На его камень стану. Покачусь. За Пандарию. Хорош. Два бара, это, конечно, круто. Оп, хорош. Мой. Лол. Мы всю игру будем с ним. Интересно, как магнетизм будет работать? Как вражеский или как дружеский? Я не понимаю. Да, что там деды эти так промахиваются? О. Оу, щит. Оп, брат. Не души. Хорош. Я выжил. Хили живу. Бара побежит еще сейчас, интересно. Лол, и Бара бежит.
Хорош, я сейчас еще накат сделаю, скорее всего. Маны надо. Пацаны, 50 маны. А нет. Там я уже ничего не сделаю. Хорош. Мартретка, мейнкор, пришла гангать. Нарокли парни, походу. Жесть, мы можем друг друга камни, короче, кидать, парни. Это бред. Это бред. Ладно, справимся. Справимся. Будет довольно-таки интересно играть эту игру. Пусть бара притормозит немножко. Так, а что если взять стик? Манку, хилку. Есть. Что за мод? Это Mirror Match. Пацаны. Mirror Match называется. То есть мы играем одинаковыми героями сейчас. На данный момент. Блин, мне интересно, если он будет ставить камни под себя, они будут взрываться от моего магнетизма? Мне кажется, это будет бредово, но мне кажется, это возможно будет так и работать. Это, конечно, бредово. Максимально бредово будет, но мне кажется, так и будет работать. То есть, прикиньте, он будет ставить камни, и камни будут моим магнетизмом заряжаться. Что будет, если Бара бежит первым, кто застанется? Я не знаю. Там по рандому должно будет решиться. Например... Если Рубик бежит на Бару и Бара на Рубика, то Бара в любом случае отталкивает. Потому что у него третий спелл провоцирует вот эту вот, ну, фигню. Относ этот. Такое условие. Стой! Куда забрался? Все, заколотили. Заколотили, пацана. Нормально, нормально, нормально. Задушили. Кстати, в катке он ли милишник, кроме Террорблейда, потому что, ну, он сам по себе милишник, но в форме он будет кринжевиком. Что на топе? Ого, поможем. Там панда полетел, тоже сейчас полетим тоже. О-о-о, сюда. Странно, этот камень не взорвался. Хорош. Задушено. Все понятно, МХ. Лобхак, говорит. Каменная драка, жесть. Каменоломня просто лопнула. Вот это его камень, я сейчас с помощью него укачусь. Через фазы играть будем. Оп. Прикольно. Let's go. Пока что мы доминируем. 7-2. Наверное, сыграем через Discord дефолт. Там очень много ватных героев. Go. Go. Хорош. Второй раз качаем, чтобы двигаться лучше. Бара побежал. Go, я поможу бабушке. Go, go. Сейчас, брат, помогу. Еще накатик туда. Оба. Оп, хорош. Прекрасно. Причем использовал, по-моему, чужой камень. Круто. Круто. Круточка. Хорош. Так, по ситуации в игре, в принципе, все по рофлу. Найс комментарий. Модеры, вы видите этот комментарий? Как вообще на такое реагировать? Азиз, как на такое реагировать? Что? Это, наверное, сам муж прикалывается.
Мяу. Брат, не души. О. О, щит. Хорош толкаться так сильно. О, камешки пошли. Жесть, меня затолкал Бара. Просто тупо. Я не буду вэвэкаться. Да чаржа не убьешь ты его. Ты его убьешь. Бара тебе ничего не сделает, наверное. Наверное. Сколько маны я так и не прочекал. Единственное, знаете, в чем минус этого мода? Ты можешь случайно, короче, в голове попутать и, типа, принять оппонента за своего, потому что герои одинаковые. За такой матч ПТС, это чёст. Тут ПТС не дают. Понимаешь? Хорош. Что-то я просчитался, что Бара столько относов даст мне там. Так, жопу помазали. Сейчас соберем уже кнопку. Хорош, ТПшка, если что, есть. Вообще надо гангануть кого-нибудь, чё стоим. Чё стоим, погнали. Максимально позитивно, максимально четко и душно. Вон, а, не, вон, вот тут будет. Это иллюзия, бро. Вон он. У него есть 7-й левел. Давай, слить должны. Не успеваем. Ай, же есть. Ах, запинали таки. Хорош. Запинали, пацана. Противника красными, своими зелеными. Можно, кстати, логично. Но так единственная карта будет помойная. Или нет? Во, все, нормально. То цвет поменялся. Все, сделаем красный, да, чтобы действительно было легче отличать. А то так сам немного путаешься, смотришь на карту, вроде кто-то идет, а там робс, раз, а это, короче, не твой. Не союзник. Прикольно, думаю я. Блин, был бы у меня сейчас этот, кнопки были бы. Магнус пришел, но уже поздно. Я сдох. Хорош. Ну, 2-1. Блин, ну и был бы этот. Дискорд. Дискорд. Там жесть мне напихали. Был бы дискорд, было бы лучше. Был бы дискорд, было бы лучше. Террорблейд против террорблейда на линии. Ну, очень я хотел на Магнусе сыграть. Прям, ну, максимально. Жалко. Конечно. Опа. Тут надо махаться хп, брат. Ля, чё ульт не жмешь? Ульт? Террорблейд странный очень. Ой, застрелил. Хорош! Хорош. Четко помазал жопу ему. Хорош. Стикер продал. Какой стикер? А, стики не прожал. А вроде или что, или КД было, или что, нет. Не знаю. Я что-то такое. Не заюзал. Не уследил. Нормально все будет, не переживайте.
Гохена, говорит. Ого. Гохена, говорит. У меня всего один камень магнетизма будет. К сожалению. Жесть. А я чужой камень беру. Юзаю его. Как свинья полная. Го на базу, тут мартретка сейчас стоит нахуй, у меня камней нету. Я беру камень оппонента и кидаю его. Слушайте, это имба на самом деле. Забавно выходит. Хорош. Это имба. 8 зарядов было, но я не нажал. Может, я там и не выжил бы, там магнетизм был, плюс были эти, урна была. Надо пересмотреть, там точно можно сказать по таймингам, сколько я бы прожил. У меня категорически все плохо с камнями. Надо вражеские камни пулить. Вот сюда, гол. Вот следы есть, вижу. Вот сюда. Где следы? Опа. Заколотили. Пацана. Больше не наберет. Да, после 12, ребятки, D2. Так что не забывайте, пацаны, где-то примерно сейчас каждый вечер будем после 12 залетать D2. Надеюсь, вам будет нормально. Оу, щит. Что если я так сделаю? Ах ты. Жалко, камней нету. Уходи. Сдохнет, главное, чтоб не на меня побежал. Я не пойду туда. Забирай. Вместе надо. Камней вообще нету. Не успеваю. Еще катка, вряд ли. Наверное, D2 пойдем. Террорблейда можно будет пойти забрать, да? Так, два камня есть. ЧБМ очень хорошо зайдет тут, мне кажется. Но тут камень по-любому надо юзать. Хорош. Я, наверное, БМ куплю сейчас. БМ куплю. Хорош. Чалька. Вот так вот. Сюда. Хорош. Странно, почему-то на меня магнетизм не повесился. Засолил его. Задушим, задушим. Души его. Хорош. На лучшего, на мужика тупо. Тупо на мужика вытащили. Задушено. Зайбак, я не буду багаюзить. Если только случайно не нажму. Сейчас ты не добыл крипа и убежал, откуда знал, что они идут. Где? Вот здесь? Бара на меня побежал, через руну видно, плюс мартретка написала, что... А МХ у меня, господи, что-то. Я с МХ играю, как же стример без МХ, это же дно. Всегда надо МХ юзать. Всегда надо МХ юзать. Это что? И без МХ ты ничего не добьешься. Погнали. Так, три камня есть, да? Надо пушить вообще. Какой пуш? Это мирор матч, пацаны.
Название почитайте. Mirror Match называется. Магнус Даггерок. Тут у нас Даггерочка нету, да? Надо ждать, пока Даггер будет. Марита фармирует. У нас два кора, у них, к сожалению, вообще ничего нету. Все на нас держится. Пока что. Истлёвер Бруй. Там готовится нападение, походу, какое-то. Браконьерское. Не лучше на пассиве. Вот оно чё. Вот оно чё. Нет, мы без этих, без мега-крипов. Да, бару потянул. Осуждаю. Он как Алин идет. Это настоящий, если что. То есть ему вообще пофиг было. Да, и на вставочку. Не, ну это на вставочку. Хорошо. Это на вставочку, пацаны. На вставочку. Просто на вставочку. Хорошо. Джи-джи. МХ. Видишь, МХ помогает, ультракил сделал. Аганим работает на героя. Да, на этого персонажа работает Аганим. Добавляет дополнительную способность. Ты не на базу, что ли? Думал, на базу бежит. Иксовочку добавляет. Хорош. Если честно, я вот тут подумал, вот тут, что это два моих союзника. А в этом движении меня бьют, я такой, о, так стоп, надо же драться и БМ нажать. Хорош. Сейчас на него бар побежит по-любому. Парочка побежит. Надо поможи делать бабушке. Уж. О. Ой. Стой. У меня камни кончились, братцы. О, меня душат. Дайте отойти, парни, чуть-чуть. О, там камень стоял, надо бы сейчас нажать кнопку. Камень стоит. Опа, камень пошел. Хорош. Не знаю, чей это камень был. А, это мой камень, все, нормал ты. Пилотешку. Я уже перепугался, думал, вражеская мартретка, что ли? Жесть. На 3000, наверное, в радик выйдем, парк. Я что-то не буду пушить, давайте пойдем на миду дофармим. Что-то не хочу, да? А какое МХ, господи, я тебя умоляю. Тут много ума, что ли, надо доту играть? О, магна купил, да? Хорош. Умничка. Камень, да, в камень превращаешь, и можно двигать куда хочешь, ускоряться с помощью этого камня. Вот так сделаем. Ах ты. Нет, ну какой я относ лоу хп. Ну Магнус РПшку продушил там. Чалька, но зря я остался. Void Spirit нет. Не плеял на нем. Говорят, простенький тоже герой. Жесть. Молнию собирает ТБ. Не, так не пойдет. Террор. Какая молния. Пи себе. Статы. Да, радик надо тут. И пуш надо. Момчик. А, доминаторчик. Хорошо. Ну, я пока по таверне посижу. Я могу порегенить.
эти камни. Я через Радиенс пойду, ребятки. Радиенс, БКБ. Гоу-гоу-гоу, чарж-чарж-чарж. Он один. Поздно. Дайгер на баре, конечно, видел. Круто же есть. О, там и панда еще. Гоу-гоу-гоу, сейчас драку сделаем. Там три их. Четыре. Их четыре. Хорошо. Хорош. Пара. Жалко, камней нету. А есть деньги, камни на миду? Камней на миду даже нет. О, есть камень. Гоу, швырнем. Подвинуть его. Где камень? Парился. I'm fucking камень. Чаго. Ох, как я офигенно сделал. Вот это. Вот это. А нету кнопок, парни. О, щит. А что ты со мной хп махаешься-то? О, я в камень врезался. Факин камень. Хорошо, ну я ушел. Пацаны, давайте. А, жесть. Очень, я видел, спамят очень часто, бро. Часто спамят. Ну так, что это за... А, я понял, я думал, они это друг за другом летят. Хорош. Хорошо, вроде пока. Дайте мне мой сакрейд релик. У меня камни кдшся, такое ощущение, будто, блин, у нас один кд на двоих с Каолином вражеским. Здорово, нормально все. Бара побежал на низ. Марита. Синий догон. Зеленый догон, брат. Эх, прервался. Ну тут я уже не буду поможи делать. Боже, я фигню сделал. Мискликнул случайно. Хорошо. Ой, хорош. Хорош. Панда, да, хороший герой. Но тяжело порой играть. Довольно-таки серьезный персонаж, на котором надо, ну, именно рили уметь понимать, что-то как делается. Порой не всегда удается на нем играть. Не всегда. Хорош, радик есть. Так, если там будет сейчас панда прыгать. Если что, я подсейвлю. Мартретка БКБ сделала. Хорош. О, вот так могу. Хорош. Его камни, короче, я не могу их таргетно притягивать. Но они как бы это, кликабельны. Если через не таргет закидывать. Оп, раздавил. Погнали. Г.
Мне нужно, мне кажется, подраться. Там магнетизма нету, там 80 секунд КД. Но еще 50 секунд и будет магнетизм. Пора. Красный догон надо, брат. Зеленый, синий догон. Все надо. ТТшечка. Неплохо. Давай, иди сюда, помажу. О, видели фармит стоит? О, щит. I'm sorry. Это уже очень далеко. О, прикинь. Сбил мне кнопку. Прикинь, сбил мне кнопку, я ставлю магнетизм, он ставит свой камень, перебафует, там жесть вообще что было. Не хватило. Там Мартретка БКБ нажал, начал дамажить. Эррор матч у нас, потому что... Мартретку бы сейчас, да? Эх, как я кинул либо. БФчик туда, блин. Там Магнус ставит кнопку. Да, я убрал. После этой игры включу. Без ульты. Он без ульты, брат. На низу пойдем фарманем, наверное, да? Жесть, ну лютые, лютые драки, заруба вообще страшная. Потная катка, потная. Потная. Этот там в четверку собирается, но мы в дамагу будем собираться в любом случае. Душить. В дамагу будем собираться. Это Ктарин, вряд ли. Может, молнию какую-нибудь сделаем. Чтобы можно было файтиться. У меня левела очень много. Левела много. Фарма много. Опа, кто-то наш лес чистит-то, пацаны. Да, ММ-ка. ММ-ку играем. Матчмейкинг. Опа, еще дырка заросла. Катаемся влево-право. Хорошо. Вообще, я Лотар Сейдж бы сделал дополнительно. Го. Магнатоурир В6. Мартретка пусть идет. У нее БКБ. Да, там Террорблейд, кстати, газанул, когда говорились, говорит, 1К скинешь. Вот это мы ее сбрили. О, щит. Не надо меня трогать. Бабушки, помоги, помоги. Хорош. Ля, в меня бежит крыса. Пацаны помогут. Куда пошел? Хорош. за ним поехал, чисто такое. Ультракил, хорош, на вставочку. Красавчик. Я за ним такой на панде. Он такой, смотри, так, куда пошел? Раз, за ним, поехали. Кайф. Красиво. Красиво. Крацубо. Да ломай, братка. Хорош. Пойдем туда, может? Что за вижен у нас тут? Жесть. Рошана вряд ли сейчас пойдем. Пока. Пока такое. Хорошая драка, кстати. Там Мартретку быстро слили. GG.
Хорош, на топе заберем. Так, 3000 имеем. Можно вообще, в принципе, БКБ-ху сделать, да? Там Магнус только может накосячить. Немножко Магнус. Хорош. Ребята, душек. Ну, я по топу пойду. Так, есть. Ребята внизу дерутся, я топ-тэшку ломаю. Плохо, что они там дерутся на самом деле. Но топ-тавер сам себя не сломает, правильно? А мы сломаем. 5000 золотых положи на эту, на скамью запасных. Го-го-го. Печалька. Камень за ним вслед. Нормально, мне это нравится, жесть. Оп. Ах ты. Давай драться. Эх, ну, у меня маны нету, я в расходниках. В расходниках очень, очень ограничен. Ладно, я проиграл этот бой, нет расходника. О, бара. Брат, ну, поможи бабушке, поможи. Хорош. И укатываемся, потому что сейчас там придут чапалаху давать 6. То есть, вот это лютая, конечно, тема. Ульдума пассивкой вырубает? Вырубает только с аганимом. Жесть, лютая тема. Го, курьес. Заберем. Курьес. Ассал курьес. Отлично. Террорблейда бедолагу. О, он еще махнется хп, нажмет метаморфозу. Ой-ой-ой, будет сейчас бубошечка. Есть. Хорош. БМчик нажал на базе, значит все хорошо. Оп, раздавил крипов. Вау. Тупо раздавил крипов. Ох ты. Ох ты, на пришеленец. Драку хочу. Ну, две панды одинаковые. Да потому что мирор матч, ребята. Вы чё? Магнус 2 дает и нафиг. Душим всех. Го. 2 даешь и поехало. Я думаю, еще БКБ-ху тут сделаем и сделаем молнию. Стандартный такой билд сделаем. Бара на топ бежит, кстати. А, нет. КД ко мне, да, все улучшает. Будет намного быстрее все КДшиться. Мартретка забрала, да? Так, глиф откатим. 2 даешь. Воу. Че там у Террорблейда? Молния. Саша Яша. Нормально, молодец. Хотя бы на хп что-то сделал, я попросил. Вон, гоу. Это плохо. А это получше. Просто бить. Нет, ну это таверна. О, ну РП хотя бы меняет нормально. А где бара? Бара на базе, да, курит? Божечки. Ладно. Ну, получается, мой косяк, да? Я, типа, пошел просто так. Как делает ТП в Лотару ходить? Конечно. Уйди. Уйди, 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 уйди. Сдохнешь сейчас. Там... О, ну все, сдох. Не жми БКБ. Уйди. Да зачем ты БКБ жмешь? Ты и так уходишь, он тебя развел просто. Зачем? А что такого, если я D2 буду добавлять на свой канал? Что поменяется? Я что, с первой доты ухожу или что?
Почему такой негативный комментарий? Если б я образно сказал, все, я не буду D1 и пошел D2. Да, вопросы есть, и вопросы должны были быть. А так, ну, не знаю. Что такого, если D2 добавить? Почему нет? Почему нет? Давайте. Фирблейд, КД. Блин, у нас так все от КД зависит еще. Я готов-то, в принципе, без Б пойти подраться. Но что-то как-то, мне кажется, команда не готова. Команда не готова. Let's go. О, Еги нету. Попробуем. Я бы вообще не знаю, МКБ-ху бы сделать. Портрет КБ, КБ есть, все есть. АФК минуту, да ну. Ну серьезно. КБ, мом. То есть парень. Я не пойду. Бара АФК ушел. Фармим тогда. Че ты в метаморфозе бегаешь? Лол. Он просто так мету нажал. А без меты будешь драться. Получается. Осуждаю. Нет. Название видоса скажи. Это фишки все там выпуски. Я не помню, я там фишек выпусков 30, наверное, сделал. И в каждом выпуске фишек там какие-то определенные интересные фишки были. Так что я тебе не могу тут 100% сказать, на каком видосе я показывал, как уходить там. Нажимаешь телепорт, нажимаешь лотар, все. Шива также можно юзать. Армлет также можно юзать. Вот туда. Вместе. Пожалуйста, не ставар. Я в чат пишу, ты можешь. Ладно, кора нету, погнали. Вот тревел возьмем. Тироблейд вообще неуправляемый. Просишь человека, да, ну адекватно, но приди с нами, подерись, да? Он не играет с нами. Махнись хп. Ульт. Ужас. Он максимально руинит на Террорблейде, парень. Мне пофиг на эту победу, на луз. Типа, ну я хочу, чтобы ты не руинил другим ребятам. Читай чат и все. Что тебе говорят? Туда пойти, сюда пойти. Тут изи выиграть. Почему вместе не можем собраться? Террорблейд пошел туда. Мы идем вчетвером вниз, он идет мид зачем? Не читает чат, игнорирует максимально. Печаль, печалька. Я сильверуху бахну сейчас. Надо фармить. Не зря в керри одеваюсь, потому что понимаю, что керри нету, по сути. Террорблейд неуправляемый, просишь что-то сделать не хочет. Аганимак 3, не буду. Алан, я, если честно, ждал твоего этого одобрения насчет Mirror матча, но я так понял, ты это не против. Я думаю, ну ладно, хорошо.
Ну, походу там Vision есть, Б. О, гладли. Глудли. Блудный. По центрам поймать бы. Чен отправит тебя на базу, пока ты притягиваешь союзника. Ничего не будет. Это так не работает, это не D2. Хотя это в D2 пофиксили. Там на миду террорблейда, скорее всего, сейчас его убивать будет. О, Мартредка с инвизом. То есть там сильверухи. БКБ-ху нажмет сейчас. О, там МКБ-хи есть же, есть. ТБ вытащим. Ушел в инвизе. Бару убьем. Давайте. Хорош. Мид. Там вон панда была. Он в инвиз, наверное. Ну, мид-тэшку, спокойно. Хорош. Без наушника сорил. А, я понял. Просто я хотел, ну, чтобы ты сказал, да-да, делаем или нет. Вай, хороши. Один сентрик решил. Кто сентрик поставил, красавчик? Божественный тайминг. Хорошо, так и раз взял, быстро пушим. Давай, 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 пацаны. Давай, давай, давай. Сюда. Хорош. Алан, ну только единственная тут погрешность была, что тут. Пацан на террорблейде. Ну, террорблейда взяли, типа милишник, ренджевик. Б. Гоу его. Магнус там видели, в толпу рпхнул тоже. Фига он меня обманул. Эх, я не успел. Хорош, я успел протаймить. О, я прям закатился сюда. Давайте. Просто драка. Непонятно, что происходит. Милишники против милишников. Вообще непонятно, что за драка. Кто, чего, куда. Так, я подходить не хочу. Камень пошел. Хорош. Барочка, убегаем. Нету, нету. Ну не могу не подмагнетизить. Ничего не могу сделать. Ужас какой-то. Сейчас подстанем. А чё камни не ставятся, извините? У меня камни не ставились. Я 3 раза попытался поставить камень. У меня 4 камня, я не могу камень поставить. Я сейчас попробовал поставить, не поставился. То есть... Шо? Привет. Мод Mirror Match называется. Бредятина какая-то. Я пытаюсь камень поставить, не ставится. Что за договор на 1К? Но чел сам что-то написал за 1К. Я говорю, типа, ну давай. За 1К. Да там чисто ляпнул, пацан. Хорош. Там Рошан, да, скорее всего? Рошан, скорее всего. Лотар сбился. Осуждаю. Я проиграю с тебя 1К, ясно. Переобулся. Переобулся, чел.
Оу. Да, D2 next. D2 next, пойдем. Чпау, чпау. Ко драку. Тролль милишник или нет? Милишник. Так, бабушка, поможи, поможи, будет? Смотри, что там происходит. Попасть не могу. О, это так мило. Да ладно. О, здравствуй. ТБ пришел. Ля, такой злой. А мы сейчас его подстанем. Оба, полетела. Чапалаха. Оба, и вот так еще. И полетели. Есть. О, смотри какой. Кукуруз. У меня взрываются камни. Это что такое? А, гем. Разбить его нафиг. Гоу, вот так-то два. Вообще, можем трон сейчас, по идее, закончить, не? Где трон? А, тролль, да, рейндж по дефолту. Я что-то забыл, что... Короче, у меня в голове было, что чисто он это... Стойки постоянно в ближний стоит, дерется. Я что-то вообще забылся. Ну, прикольная катка на самом деле получилась. Все-таки мой Каолин чуть-чуть посильнее получился, чем у этого парня. И у нас вроде, ну, прикольная катка вышла. Не знаю. Прикольная катка вроде вышла. Магнус, уходи оттуда, дверь закрой. Хорош. Классная катка получилась. Неплохая. Неплохая. Ну, не забывайте, что еще другие такие катки есть на канале, если что. Все. Отлично.